Привет всем, с вами Норд, и наше прохождение игры под названием Lost in Play, потерянный в игре. Заметьте, какая чудесная музыка. Забавно и весело. Так, выбрать эпизод. Выберите метод управления. Так, геймпада у нас нет, клавиатура либо мышь. Мышь. Так, у нас будет всего лишь 15 эпизодов. Так, хорошо. Начать. Мышь. Так, и все-таки можно и клавиатурой. Я нажал на А. Ну, то есть можно и тем, и тем. Хорошо, так будет удобно. Так, мы играем за какую-то девочку. Которая зачем-то пыталась поймать жабу. Этот язык мне не знаком, но идем за ним. Так, пока не очень понятно, что вообще происходит. Сон это или мечты какие-то. Так, у нас появился рюкзачок. Я думал, он сейчас глаз ткнет. Не, а нет, погладила существо. Так, нужен ключ. Так, я быстренько все-таки прочитаю описание к игре. Просто где мы вообще находимся? Какие-то просторы собственного воображения. Ладно, видимо, будет ясно чуть попозже. По-любому должны проснуться. Так, все, можем уходить.
Так, это интересно. Что нужно сделать? Как оно должно быть? Все красное. По идее, ключ красный же вроде. Да, все нужно красное. А, дверь красная. Так, а это куда? Этих, наверное... Нет, все еще здесь. Так, все же это был сон. Так, сейчас гляну, как нас зовут. Нас зовут Гел, а это наш брат Тото. Я надеюсь, не наоборот. Так, и начинается поиск предметов. Здесь кто у нас? Может, все равно не достанем. А, ну если только так. Так, хорошо, у нас есть отвертка. Пока непонятно. Так, это у нас подсказки. Так, смотрим дальше. Явно не наша. Может, теперь разбудит. Нет, видимо, не разбудит. Так, ну что надо, что-то, может, сюда сразу отверткой. Нет, так не получится. Либо его поймать надо. А, вот надо было поймать. Так, хорошо, теперь, наверное, можно разобрать. Разбирать его тоже не нужно. Так, свет. Пока никуда выйти нельзя дальше. Так, лампочка. Прекрасно. Так, мы нашли робота, вот его надо, наверное, разобрать будет. Какой опасный робот. Так, у нас есть батарейка. А это у нас все собралось воедино. Зачем? Будильник. Ясно. Чтобы разбудить брата. Так, батарейка.
Как ее повернуть? Понятно? Так, ну теперь надо все это соединить сюда. И теперь использовать будильник на то-то. Так, что у нас здесь? Что нам вообще нужно? Что, куда-то собираемся? Нам надо куда-то или не надо? Нужен ключ. Здесь что у нас? Какой-то лягушка-король. Зверь поймал. Драться. Хорошо. Не победили, ушел, украл короля, привязал. Нужен меч. То есть можно сделать типа как лицо монстра этого, якобы монстра. Но, скорее всего, это и нужно будет делать. Возможно. Понятно. Так, мы можем сюда сходить. Если у нас, наверное, кухня. Или это уже это улица уже. А нам нужна эта коробка. Так, можно поговорить. Нельзя поговорить. Так, ну это будет очень жестоко, но может быть надо так прогнать кота? Я вообще-то думал, она кинет просто в коробку. Так, хорошо, это понятно куда. Нет? Не хочет. Так, наверное, может этого песика разбудить. Что мне нужно делать? Так, клавиатура, наверное, перемещаться. А, их надо разместить на эти. Все понятно. Так, как мне обновить? Как мне убрать? Их надо поставить одну сюда, туда. Так, хорошо. То можно вправо сдвинуть. Потом не пройдем. Так, что-то все не очень-то и просто. Если мы ее сюда сдвинем, мы потом не обойдем. Но это надо сдвинуть как-то вниз. Это здесь уже быть не должно. Если мы ее сдвинем влево, мы туда не попадем. Эту двигать влево нельзя. По идее, все-таки как-то так. Если мы туда не проберемся, то плохо. А, ну мы можем ее... Это, если наверх, опять же, будет плохо. Как-то не так. Так, ладно. Будем методом тыка пробовать. Туда сдвигать. В принципе, наверное, можно, да, ее сюда сдвинуть. Сначала надо... Так. Эту сдвинуть сюда.
как-то все не очень. Наверх можно было бы, если бы мы могли с той стороны подойти. Мы с той стороны подойти не можем. Поэтому в любом случае, первое, что мы можем сделать, это сдвинуть вправо. Потом, по идее, эту овечку надо сдвинуть вправо. Эту, по идее, надо сдвинуть вниз. Теперь, возможно, эту обратно. Ну да, все так. Эй, немножко перенажимаются кнопки. Эту вниз. Все, отлично. Я думал, будет проще. Так, теперь что, тебе мячик надо? Так, и что мы сделали вообще? А, ну теперь, наверное, кот там должен быть. Должен убежать. И теперь можем забрать коробку. Так, прекрасно. Теперь, наверное, надо... Нет, разрисовать. Так нельзя. А где еще мы не были? Здесь ничего и не происходит. Так, ну допустим, коробку надо сюда поставить куда-нибудь. Вот, нельзя. Ну, это, так скажем, наша семейка. Вот собака, мороженое, дети. Отец, мать, дедушка. Хорошо. Так, наверное, больше она не заходит. А, может, мы, наверное, можем теперь дальше? Нет, дальше мы пройти не можем. Может, на тебя использовать коробку? Вариантов-то больше особо и нету. Может, сюда теперь опять надо посмотреть. Коробка есть. Ножниц нет. Нам нужны ножницы. А ножницы, наверное, внутри. А у нас нет ключа. И наверх больше не подняться. Влево тоже не уйти. Ладно, может, здесь что-то пропустили. Вероятно, где-то здесь должны быть ножницы. Все-таки у тебя. А, вот оно как. Мог бы сказать. Так, хорошо. Наверное, будет ключ. Так, что мне надо сделать? Какое время мне нужно? 00. Это 12. Где она должна прозвенеть, то есть новый час? А, либо то, что здесь показано. Это типа 5:40. Так, где-то должна быть подсказка. Где-то должна быть какая-то подсказка. Здесь вряд ли. Здесь на рисунках нет. Здесь тоже вряд ли.
какого времени нету. Так, тогда не знаю, что надо. Надо, чтобы он прозвенел. Возможно, ровно. Это не срабатывает. Так, ладно, идем искать под... А, вот здесь, наверное, подсказка вот она есть. 5, 9, 12. Так, 12 это у нас секунды. 5, 9, 12. Так, отлично. Где мне это использовать? Что, опять выйти на улицу надо? В общем, мы сейчас попадем в наше воображение. Так, теперь мы играем за то-то. Есть какая-то кнопка. Направо пойти. Сходим налево. Так, это эти лягушки. Так, этому открывашка нужна, которая там висит. Здесь какой-то другой меч, либо какой-то рычаг. Этому я пока не знаю, как помочь. Так, ладно, сюда, наверное, попозже. Тарелкой вряд ли мы собьем. Да, не собьем. Так,
Его надо как-то особо не спровоцировать. И зачем ты так сделал? Так, есть нож. Так, там есть очки. А, надо ее, наверное, ловушку, наверное, надо сделать. Надо как-то совместить. Нет, так не совместить. Нет, значит, чего-то еще не хватает. В общем, очки нам пока не забрать. Какой-то рычаг, который, видимо, нам понадобится. Так, пока что у нас есть только нож. Не знаю, ножом мы сможем открыть там консервы. По идее, нам вот это нужна открывашка. Это, не знаю, открывашка это или нет. Попробуем ножом. Нет, нож не получается. Так, ладно. Может быть, обрезать? Не, ну обрезать. Как мы обрежем? Надо туда как-то залезть. А, у нас же здесь смола. Надо намазать. Так, а может, ножом надо расковырять? Ну, понятно. Теперь у нас вот это создание поймает бабочку с помощью нас. Мы пролезем внутри и заберем очки. Так, стой, стой. Сюда иди. Теперь как-то это надо поднять наверх, но просто так кинется. Попробуем. Так, понятно. Чуть-чуть попозже. Так, теперь он нам должен помочь. Нет. Теперь он нам поможет. Нет. Странно, почему ты там не помогаешь. Надо как-то ее обрезать. Здесь нам больше ничего не сделать. Так, ну он пойдет с нами. Здесь пока рановато. Так, ну сходим сюда, хотя, не знаю, там, в принципе, с ним делать нечего. Что мы здесь можем? Отвлечь его как-то. Попробуй, отвлеки. Это не помогает. Может, надо нажать кнопку, когда он зацепится. Нет, так это не работает. Так, хорошо. Здесь он, в принципе, не нужен. Вдвоем мы не летим. По-любому что-то нужно делать там. Возможно, нам надо спрятаться. Потом нажать на него.
мы прячемся вот сюда. Бревно нажимает. Да, все правильно. Так, что мне с тобой поиграть? Home sweet home. Так, хорошо, нам надо его зажать. Допустим. Так, по-моему, я уже проиграл. Все, короче, победить так нельзя. Так, он сейчас победит. А нет? Отступает. Всему нельзя дойти до конца. Нам надо его зажать, чтобы у него не было ходов. У нас он съесть не может, то есть перепрыгнуть нас. А ну и все, как бы. Понятно. Так, ладно. А, и подставляться он не может. Так, ясно. Обыграл нас. Сейчас найдет отступ, ну, будет отступать постоянно назад. Понятно. Так, наверное, надо как-то поаккуратнее действовать. То есть эти пускай здесь стоят, нам надо потихоньку вмещать всех. Так, а ход все равно надо какой-то делать. Назад нельзя. Так, туда нельзя. Сюда, в принципе, можно. Так, сюда тоже, в принципе, можно. Потихоньку зажимаем. Ну, как-то так. Там было написано «Дом, милый дом, свит». Так, что мы забрали? Отвертку или что мы забрали? А, рычаг. Какой бесстрашный. Так, ну теперь мы, я не знаю, что мы сейчас откроем. Что здесь сейчас произойдет? Зачем? Он просто повиснет на ней. Он и так мог повиснуть. Ну как-то странно, он уже и так дотягивался, в принципе. Мог и так повиснуть и забрать. Ладно, это не совсем логическая загадка, головоломка.
Так, надо быстро нажимать. Очень эпично. Сейчас все равно убежим. Так, а что не так? Понятно. Так, это что-то типа входа в море. Так, здесь красное нельзя. Опустим. Он пройдет, видимо, за один ход. Как-то слишком просто. Так, то здесь мы ходить не можем, он может. Все, у нас сейчас сагрить. Конечно, сагрели. Так, а как его? Надо, чтобы он как-то сюда пошел за нами. А, вот так вот он, то есть по линии нас увидел. Убежал за нами. Ясно. Так, у нас будет 5 таких головоломок. Так, опять же сюда. Сейчас, по идее, если мы пойдем обратно и наступим сюда, то он нас поймает. Следовательно, надо вернуться. А, вот так вот. Здесь тоже может поймать. Так, ну хорошо, значит, мы сюда наступаем. Сюда, сюда. Так, а здесь он сейчас наискосок сходит. Надо еще круг делать. Сюда нельзя. Ну как-то так. Так, здесь еще будет сложнее. Это кто у нас такой? Какое-то ускорение ему даст, что ли? А нет, просто так. Так, хорошо, сюда нельзя. Можно максимум сюда. Там мы пройти не сможем. Сюда нельзя выходить. Так, значит, мы его отпугиваем. Точнее, на себя натравляем. А он, по идее, по этой не должен перебежать. По идее. Так, он нас заметит здесь. Он нас заметит, по-моему, сразу нас побежит. Соответственно, сюда нельзя будет наступать. Что-то подняли. Так, это, видимо, его надо как-то отвлечь. Как нам его отвлечь? Ясно. Надо было куда-то ее использовать, то есть отсюда нельзя было перемещаться. Может, прямо на него надо было использовать. Сейчас попробуем. Либо туда его кинуть. Да, наверное, на эту надо было кинуть. А нам не выбрать.
Можно только обновить. Туда нельзя, сюда нельзя. Нам сделать? Мы его засовываем в сумку, но из сумки нам же его не достать. Можем только обновить. Ладно, попробуем еще раз. Может, как-то сумку по-другому можно активировать. Клавиатуры нет. Так, ну туда точно нельзя. Хотя, может быть. Это вряд ли. Так, если мы... Сюда сейчас нельзя наступать. Кстати, вот так вот, да. Я думал, как-то с этой надо статуэткой что-то делать. Оказывается, нет. Ладно, решение совсем другое оказалось. Не то, что я планировал. Так, что у нас здесь? Пускай бежит за нами. Нам надо все это вокруг пройти. Так, у него будет сколько ходов. Мы наступаем. Он сразу тоже ходит после нашего хода. Здесь по-любому мы не успеем пробежать. Посмотрим, какие вообще варианты есть. Сюда нельзя. Так, ну и все, в принципе, у нас поймал. Это все равно слишком... Слишком близко все равно. Так, куда его еще можно заманить? Сюда не очень желательно. А вот только если сюда. Вот так вот надо было. Так, а здесь мы успеем. Наступаем. Раз, два, три. То есть мы сюда наступим, он сюда наступит. В целом, да. Гранду. Так, здесь какая-то змея, либо что-то символ змеи какой-то. Так, король. Так, ну по идее надо его теперь как-то приманить, связать. Сюда, наверное, поставить. Так, теперь здесь, наверное, веревку надо раскинуть. Типа ловушки. Так, а кто будет дергать? Так, ну ладно, видимо, надо обратно вот пока. Да я не нажал. Сейчас он должен выбежать.
А, есть какие-то символы. Наверное, как раз те, которые там были. Надо было запоминать. Или просто это нажать. 4. Каких-то 4 символа. А здесь их... Здесь их вообще 5. Так, здесь есть стрелочки. Первая, вторая, вторая, вторая. Ну, грубо говоря, треугольник, кружок. 4 треугольника. X и C. Треугольник. Кружок. Это 4 треугольника. Так, X и C. Отлично. Так, здесь что надо сделать? Найти начало какое-то. Мы можем только крутить вправо и влево. Как-то не очень-то понятно. Но она больше ничего не срабатывает. Так, ну хорошо, если по точкам смотреть, я не знаю, сколько здесь у нас получается. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 точек. 9. Что ж не происходит? Ничего не происходит. Хотя у нас это сбросить здесь, а сбросит это полностью. То есть, возможно, надо как-то по-другому. То есть надо один раз покрутить, сбросить. Либо 9 раз покрутить, сбросить. Либо это 1-2 считается. Допустим, 1-2 сбросить. Нет, как-то это не так работает. Подсказку брать, конечно, не хочется. Надо понять, как это работает. Рыба по туалет. Так, попробуем догадаться. Можно вправо-влево нажать. Это, наверное, все-таки придется подсказку брать, что-то я не понимаю. Что нужно делать? Вправо-влево, вправо. А, то есть 3, то есть как на нем написано, до тройки это все вправо-влево, 4. То есть 3 вправо, 4 влево. Так, что мне надо было делать? 1, 2, 3. Мне почему-то сказалось хвост, то есть это вот тоже какое-то первое, второе, типа такого. Так, теперь 1, 2, 3, 4. 2 раза вправо. Они бы хотя бы как-то зажигались. Было бы проще понять. Толкать. Шлойники?